Ну, давайте возьмемся и посмотрим статистику. Изменилось в лучшее или нет? Давайте мы возьмем основные, вот я сделал закладки. Умышленное убийство, да, это то, что характеризует профессионализм милиции. Торик было 36, это 8 месяцев, бо за 9 месяцев еще статистики нет. На сегодня 64. Почти в два раза. Так это улучшилось? Чего меня Круглов критиковал, чего меня милиция критиковала? Из 64, 15 убийств на 8 месяцев было не раскрыто. Было не раскрыто. Ну, это же, наверное, ЧП. Скажите, если такой массовый разгул здесь, так где ж по бандитизму? Нет ни одного дела. Николаевская область, вот стоит прочерк, бандитизма... Это за год? Это за 8 месяцев. Вот. Злочинность, это статистика официально Министерства внутренних дел Украины. Значит, вот смотрите, по дорожно-транспортным происшествиям, где я тоже пострадавший, значит, благодаря бездеятельности, было 24, смерть потерпела, стало 89. Что случилось? Что? И так далее, и так далее. Нет никакого абсолютно...